Всем привет! С вами Жанна. Готовлю заливного леща по книге о вкусной здоровой пище из раздела «Заливные блюда». Понадобится миофиле леща и коренья. Коренья – это морковь, лук и сельдерей. И посолю воду. У меня уже кипит. Отправляю вариться. Таким же способом можно приготовлять любую рыбу. При варке рыбы не должно быть много воды. Филе готово, варилось неполных 20 минут. За 5 минут до готовности я положила еще лавровый лист и душистый перец. Осторожно достаю филе. Проверить можно очень хорошо, если рыба готова. Если свободно проходит зубочисточка или такая игла. Теперь надо процедить бульон. Теперь кладу марлю в два слоя. Процежу заново. Бульона у меня получилось почти пол-литра. Для этого мне понадобится почти 15 грамм желатина. Замачиваю очень холодной водой. Даю набухнуть. Бульон отправляю в сотейник, довожу до закипания. Прокипятила 5 минут и теперь добавляю желатин. Варю до полного растворения. Желатин растворился, не доводила до закипания. Бульон вполне прозрачный, поэтому белок использовать не буду. Процеживаю через марлю. Бульону надо дать слегка остыть. Делаю украшение. Отварную морковь. Делаю надрез. Теперь нарезаю рыбу и смотрю, если кости, то достаю. Осторожно косточки достаю. И выкладываем.
заливаю бульоном. Теперь эту рыбку буду отправлять в холодильник. Постояла 2 часа в холодильнике, застыла. Такой. Получилось у меня 400 грамм леща, 2 тарелки. Заливной лещ готов. Приятного аппетита!